В тот же день, 20 апреля, у Киши и Милы вечером тоже родились детки. Еще никто не вылупился. А, и тут вылупились. Вон они, скорлупочки, лежат. Показывай. Покуливай мою девочку. Показывай. Вот они, два сидят. Родителям теперь нужно кушать вдвое больше, чтобы кормить себя и потомство. Вот он, какой наш первенец. Ему второй день. Милочка не дает снять своих малышей. Каждый раз, когда я пытаюсь это сделать, она спешит к гнезду. А это утро 22 апреля. На гнездах сидят пока мамы. На завтрак у моих голубочков, по совету наших зрителей, пророщенное зерно. Когда мужчины сменили своих подруг на гнезде, я вынесла Энечку на улицу. И Мила тут же присоединилась к ней. Нюшка, Нюш, иди сюда. Идем, моя хорошая. Нюшка, прыгай сюда, прыгай. Ну, Нюш, ну прыгай. Милочка. Куда ты, Милка? Полетел. Абрикосовое дерево уже цветает. Земля усыпана его лепестками, словно снежинками. Очень красиво.
Погуляли мои девочки по земле, немножко полетали, посидели на крыше и вернулись домой. Залазь на руку ко мне, пошли. Энечка сразу пошла к птенчику. Потом они с Гошей долго сидели вместе на гнезде. Что будет дальше, вы узнаете в следующей серии. А на сегодня все. До скорых встреч!